Фестиваль будет не таким масштабным по количеству картин, но станет более насыщенным по событиям. 11 граффити на фасадах домов появится в Петропавловске в этом году. Ранее городские власти брали планку 25 муралов, но сейчас в связи с тем, что не все художники смогут приехать, их число сократили. Об этом рассказал мэр краевой столицы Константин Брызгин. У нас при этом огромное количество заявок, больше 30 от домов, от управляющих компаний, от жителей, которые просят сделать именно на их домах граффити. Пока еще эти дома не определены. Поэтому, если вы считаете, что ваш дом больше всех достоин, вы тоже можете обращаться в администрацию всеми доступными способами. Не обязательно писать какое-то бумажное письмо по почте, достаточно электронной почты или сетей. Глава города также рассказал о мероприятиях, которые запланированы в этом году в рамках фестиваля. Мы насытим его активностями с мастер-классами, со встречей с художниками, с проведениями совместных встреч во дворах, поэтому он больше будет, наверное, носить просветительский характер, характер праздника, характер создания хорошего настроения непосредственно у тебя возле твоего дома с красивой картиной, с хорошими и добрыми людьми и соседями, что самое главное. Фестиваль граффити проводится в краевой столице с 2020 года. За это время на торцах домов в разных микрорайонах появились 78 муралов. Своими картинами город украшают как местные художники, так и творцы, которые приезжают из других регионов России.